Ну, тренер прежде всего про игру, как первый тайм 0-0, были как бы довольны, как в общем игра сложилась, по вашему мнению? Ну, я хочу в первую очередь поздравить команду, которая готовится на Европу играть, пожелать ей удачи. Они молодцы, старались. Думал, что они нас недооценят, но, кажется, дооценили. Но нам надо было еще чуть-чуть потерпеть. А вот терпеть мы не умеем, и поэтому у нас все такое получается. С ничего получается что-то. И вот если вот это все миновать, тогда что-то получится. Иначе тяжело, потому что мы настраиваем, мы поставили такой состав, что уже более-менее что-то можно было смотреть. А тут тебе на бах, как молотком по голове ударили, и все. С ничего гол. И все, и что, и вся игра была до гола. Потому что если бы мы еще чуть-чуть потерпели, минут 10, неизвестно, как бы закончилось. Неизвестно. Но они были сильнее, надо их поздравить. А мы будем дальше готовиться. 2 дня выходных и полный ход. Цикл, 10-дневный цикл подготовки к чемпионату, то есть игре 3-го круга. Вообще, ну... Хотя первый тайм не дотерпели, может, какие-то позитивы видите игру? Игры? Есть, но еще не то. Не то, что хочется. Есть уже что-то, есть сдвиги, вы видите сами. Но нас никто так по игре не обыгрывает. Ну, никто. Если что, кто-то не ошибнется или сами что-то создадим, и все. Ну, вот вы видели, какой гол. Потом второй пошел. Похоже такое же. Все. И команда сразу тут же как подкошена. И поэтому... Тяжело, но пытаемся сделать, но будем. Ну, я думаю, что мы подберем сейчас пару футболистов нормальных, посмотрим, еще не вечер. Будем стараться и что-то делать. Вот так дальше нельзя. Руки упускать, потому что еще осталось сколько? 18 игр. Поэтому что-то надо думать, шевелиться надо, бо иначе тяжело будет. Я верю, что мы поправим ситуацию. Я что-то у меня чувствую, что если я подберу тех футболистов, которые я сейчас с ними уже имею контакт, и если они прибудут через пару дней сюда, то тогда музыка заиграет в другую сторону. Я на это только надеюсь. Иначе все хорошее. Держите. Хорошо. Спасибо, тогда удачи. Давайте будем оптимистами. Не надо никого одного молотком бить по голове, потому что все будет на все свое время. За месяц работы ничего не сделает. Я делаю, что могу. Что могу переставляю, что могу комбинирую, пасую одно до второго. Чуть-чуть есть что-то выходит, но еще нету. Видите, уже тайм как-то вымучили, вроде бы не вымучили, и мне неплохо было в первом тайме моментами. Но все равно не хватает какой-то изюминки, 2-3 человека не хватает, даже в этот команд. Так что будем оптимистами. Ну, что сделаешь? Ничего я сам не сделаю, потому что... Придут люди, и мы сыграем совсем в другой футбол.